Добрый день. Здравия желаю. Здравия желаю. Как зовут вас? Я офицер оперативной информации. Докладываю обстановку. Никакой России нету и Российской Федерации нет. Это все происки пятой колонны внутреннего врага нашей страны, американских ставников немецкой агентуры СС Путина Медведева, африканцев-пигмеев, которые и предали свою родину, страну СССР, забрались в Кремль, как пятая колонна внутреннего врага нашей страны. Боюсь даже спросить, вам сколько лет? Я разведывательных данных не даю. Кругом пятая колонна внутреннего врага нашей страны, израильский Моссад. Это преступное израильское племя, которое вырезало всех этнических русских на севере Израиля. И поэтому пока не отдадут израильтяне северную часть Израиля, есть уже приказ, я отдал, номер 32, в котором не имеют права здесь евреи Израиля появляться, в связи с тем, что будет считаться как нападение Израиля на Русь. Мы спрашиваем людей интересных, во что они одеваются. Вот мне очень интересен ваш наряд, потому что у вас есть такие необычные, своими руками, я так понимаю, сделанные лацканы. Здесь сохранен имперские сохраненные цвета империи. Черные, золотой и белые. Что за значки у вас? Это образование среднетехническое и высшее. А кепочка? А здесь цвета флага черный, золотой и белый. Кстати, это самое... треугольник означает, его строили, пирамиды русские, поэтому здесь сохранял, исторический, так сказать, момент, историческая символика. Я так понимаю, вы сами это делали, да? А, так точно. У меня советский паспорт, я не предал никого, а меня предали многие. А Путин, Медведев, Собянина, Шойгу, Воробьева, Путин, Медведева... Военный трибунал судить по аналогии Нюрнбергского процесса, а не банда евреев израильского Моссада, американские ставленники немецкой агентуры СС. К сожалению. Вы сейчас, я так понимаю, в отставке уже. Я разведывательных данных не даю.